Итак, что мы здесь наблюдаем? Мы здесь наблюдаем CLZ-2021, экран, ЭКМЗ вроде как десятых. А CLZ еще и с вот таким дизайном. Первый раз вижу. 12-й. Движение вверх. Интересно, да? Первый. Движение вниз. Мне от одного интересно, почему в паре с еще, ну, не старым КМЗ где-то 10-х годов работает CLZ-2021. Вот для меня это самая главная загадка, потому что вроде как во всех остальных 15 подъездах, или сколько тут всего, 16 вроде. Так вот, вроде как во всех остальных подъездах, ну как бы, оба лифта КМЗ 10-х годов. То есть как бы, что за фигня, я не пойму. Ну вот какие-то такие дела.